Всем привет, ребята! С вами снова я, Ирина Ясинская. Это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. И со мной, как вы уже видите теперь, проклятая игрушка Лунтик Экзи. Ребята, вы многие писали в комментариях про то, что вы хотите увидеть, как я разрезаю Лунтика Экзи. И вот, наконец, Лунтик Экзи был заказан в Дотнет и будет разрезан сегодня в 3 часа ночи. Ну а перед началом, ребята, 3 самых лучших комментария ловите. 1, 2, 3. Пу! Я надеюсь, что ты хочешь тоже попасть в мое видео, так что пиши самый клевый, самый классный комментарий внизу под этим видео. И также не забывай ставить лайки. Чем больше лайков, тем чаще видео, ребята. Ну а сейчас мы разрежем проклятую игрушку Лунтика Экзи. Господи, ребята, только посмотрите, какой он страшный. Его рот наполнен кровью, из его глаз идет кровь. Он реально стрёмный. Мало того, что это существо инопланетное, оно еще и Экзи страшное. Лунтик Экзи сделан для того, чтобы убивать всех своих друзей. И, господи, я знаю, что есть очень много разных игр, где Лунтик Экзи просто всех подряд режет и убивает. Он это делает и в Майнкрафт, он это делает и в Among Us, ребята. Он даже добрался до Фредди ФНАФ. Он был везде, и везде он всех убивал, поэтому сегодня я заказала именно проклятую игрушку Лунтика Экзи, и мы ее сейчас с вами прямо разрежем. 1, 2, 3. О, господи, ребята, черт, куда он делся? Куда он пропал? Где этот Лунтик? Вот черт, ребята, куда делся этот Лунтик? Блин, я только попыталась его разрезать, ведь это была не живая игрушка, а проклятый Лунтик. Господи, я не знаю, что мне делать, потому что, ребята, до тех пор, пока я не выну все внутренности из этой жуткой страшной игрушки, ребята, мне просто, она так и будет бродить по этому дому, и, возможно, она захочет убить меня. Я не знаю, что на уме у этой игрушки. Ладно. Лунтик, давайте найдем его. Лунтик, а где? Лунтик, ты здесь? Лунтик, Лунтик Экзи. А, черт! Тихо, я вижу его. Подожди, что-то не так. Он даже не убегает, Дим. Он не убегает, а как так получилось, что он исчез? Короче, ребята, мы не будем тратить время зря. Давайте разберемся, что внутри Лунтика и почему он исчез, а сейчас он не убегает. Все как будто бы кажется нормальным, но в то же время все это какое-то ненормальное. Короче, ребята, я его сейчас давайте буду держать вот так вот. Лунтик, сейчас мы посмотрим, что внутри у тебя. Черт. Мы разрезали, ребята. Мы разрезали Лунтика. Все, то, что внутри него. Что это такое? Это какая-то кнопка. Слушайте, я уже ранее находила такой датчик в других игрушках. Здесь как будто бы какая-то скрытая камера или диктофон, который записывает все, что мы делаем. Так, ладно, Лунтик, давай дальше разберемся. Здесь, как обычно, куча ваты. Блин, я не поняла, как это получилось, как произошло, что он исчез, а потом просто дал себя поймать. Вот черт, ребята, я что-то нашла внутри Лунтика. Я опять что-то там раздавила, посмотрите, господи, что это? Это маленький Лунтик, ребята, это, походу, маленький Лунтик, который был внутри него. Я не знаю, это какое-то неведомое существо, посмотрите, как похожи его уши на уши Лунтика, но он весь красный, он весь в этой красной, похожей на кровь, веществе, ребята, я не знаю, посмотрите, его глаза как будто бы живые. Что еще? Там что-то еще. Господи, это какие-то шарики. Посмотрите, что это такое. Это какая-то повязка на глаза, что ли? И, господи, там нарисован Лунтик. Лунтик, видимо, собирает все вещи, которые похожи на него. Еще что-то. Господи, ребята, черт, это какой-то микрофон. Походу, этот Лунтик любит петь караоке. Я не знаю, может быть, он сожрал кого-то, кто любил петь. Может быть, тот из его друзей обожал петь, и он его сожрал. Он не любит музыку, наверное, все наоборот. Господи, это что такое? Я не знаю. Какие-то ключи. Он сожрал все ключи, что ли? Я не понимаю, черт. Что еще? Что еще здесь? Какие-то глаза. Господи, Лунтик. Так, ребята, походу здесь все. Походу все. Так, а это что? Что это такое? Ребята, походу это какая-то бумажка. Это какое-то послание. Я пришел отомстить за всех. Вот черт, ребята. У Лунтика внутри написано, что он пришел отомстить за всех. А это значит, что... Видимо, за все те игрушки, которые я разрезала, пришел отомстить Лунтик. Господи, я не знаю, что это такое на нем. Черт. Это не снимается, это какая-то повязка, удавка, что ли. Короче, ребята, я не знаю, нужно, походу, отрезать ему глаза и снимать это все его проклятие. Господи, я, по-моему, все уже достал из него. Черт.
Кстати, здесь что-то есть в его голове. Ребята, я чувствую что-то странное внутри Лунтика. Подождите. Я не могу понять, что это. Посмотрите, о господи, черт. Ребята, это походу какие-то... Это волосы, что ли? Ребята, посмотрите, как много тут волос. Это человеческие волосы внутри Лунтика. Это реально человеческие волосы внутри Лунтика, друзья. Черт, ребята, я... Господи, да это скальпель! Это скальпель с человека! Это срезанные волосы с кожей! С какого-то человека, я не знаю, видимо, тот, который тоже любил разрезать игрушки! Минуточку, внимание! Вы слышали это? Погодите, это не он сказал, это там! Вы слышали, он сказал, Лунтик? Вы слышали это? Черт, что такое? Походу, дело не в игрушке, походу, сам реальный Лунтик пришел ко мне в дом! 3 часа ночи, ребята, возможно все, потому что это дьявольский час. Во время в 3 часа ночи до 4 часов ночи может случиться все, что угодно. Любое потустороннее или нормальные какие-то вещи. Господи. Черт, видимо, настоящий Лунтик пришел сюда. Возможно, он пришел за своей любимой игрушкой. Но мы достали все мистические вещи из этого Лунтика. Лунтик? Лунтик, Акзи, ты где? Подождите, ты настоящий Лунтик? Где ты? О, господи, Дима, ты это видел? Минуточку внимания. Я рад представить вам моих кумиров. Это мои бабуля и дедуля. У него на картинке я, у него на изображении я. Господи, что со мной? Что это происходит? Что происходит со мной? Господи, походу, он делает из меня игрушку. Этот проклятый Лунтик хочет разрезать меня. Посмотри, что происходит, я не знаю. Господи, я превращаюсь в игрушку, друзья. Я не знаю, что мне делать. О, черт, Лунтик, пожалуйста, оставь меня в покое. Я больше никогда не буду разрезать эти проклятые игрушки. Черт. Он как будто резал меня изнутри. Черт, ребята, это был проклятый Лунтик. Прямо сейчас, прямо сегодня, в 3 часа ночи. Ставь 10 000 лайков и подписывайся на мой канал с вами.